В этом коротком видеообзоре от магазина «Купи сувенир» мы хотели поговорить о фоторамках, а точнее о мультифоторамках. Это такие фоторамки, в которые влазит сразу несколько фотографий. Если мы привыкли видеть какие-то рамки, которые стоят поодиночке там, на предметах мебели, на каких-то интерьерных компонентах, то эти вещи должны, в общем-то, висеть на стене, я говорю о мультирамках, вот, и вмещать в себя несколько фотографий, может быть, даже разных форматов. Вот, допустим, как в этой фоторамке все одинакового формата, но есть вертикальные, есть горизонтальные. Допустим, эта мультирамка может нести на себе самый яркий момент из какого-нибудь путешествия. То есть все 583 фотографии сюда не влезут, которые вы там наснимали на свой там iPad или iPhone. Но вот самые яркие можно распечатать на бумаге, повесить или в офисе, или дома, и они будут напоминать вам об этом незабываемом путешествии. Вот, есть еще вот в таком вот формате, то есть какая-то основная, скажем так, флагманская фотография большого формата, и маленькие тоже. Допустим, это может быть свадьба. Здесь главная фотография, жених и невеста, и 4 фотографии тоже говорящие об этом важном событии. Или вот такая вот, небольшая, на 3 фотографии всего мультифоторамка, в которую вот влезут там тоже основная какая-то фотография и 2 дополнительные. Они все сделаны вот по такому вот подобию, то есть всегда можно отогнуть вот эти вот металлические язычки, поменять снимок. Вешаются на стену вот за такие вот кронштейны, которые тоже можно перемещать в зависимости от расположения гвоздей на стене, каких-то там завесов. Вот. В этом видеообзоре мы показали вам всего лишь 3 варианта. Их неимоверное количество в магазине «Купи сувенир», то есть у нас можно заказывать их бесконечно, можно искать какие-то подходящие по цвету рамки, какие-то там компоновки, количество фотографий, там, ну, в общем, все что угодно. Конечно, в наше время все привыкли хранить фотографии в каком-то цифровом виде, вот, но поверьте, не всегда вы там сможете открыть, посмотреть полюбившийся какой-то кадр, а его вы можете распечатать на бумаге, такая возможность еще, к счастью, есть. Распечатать его, повесить на стене в квартире или в офисе и любоваться, проходя мимо, вспоминать приятные минуты своей жизни. Спасибо.